Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем немножечко наиграть на самом непопулярном друге в нашей игре, это Панда Оли. Да, бедняга, непопулярный, без скинов, без ничего практически, да. Ну, возможно, в будущем его ждет что-нибудь хорошее, но это знают только разрабы. Надеюсь, они как бы об этом думают, тоже как и я, поэтому мы сегодня отправляемся на него в командные бои, будем тащить, выполнять квестик на 5 киллов, ну это изи как бы, просто надо затащить. Вообще, Панда это сильный персонаж, кто бы что ни говорил. Особенно с первобытным инстинктом, особенно с ботинком. Вот в следующем бою мы, кстати, будем тестировать панду с ботинком. Почему именно так? Я говорю, потому что панда с ботинком это имба. Это имба, потому что он имеет высокую очень скорость и за счет своих толчков получает еще преимущество в движении. И за счет такого большого обилия преимущества в движении, ну, вместе с толчками, все дела, он становится очень жесткий. Нереально жесткий. Что-то баг не влетает, странно. Бобер тут из ниоткуда взялся. Что дерзкий бобер такой, а? Так, ну. Я золотой лук. А то есть, смотри, там уже никому не нужен. У нас лев забирает легендарный дробовик. Конечно, лучше бы отдал Хамелеону или Брюсу. Странно, что лев забрал. Ну ладно, что есть, то есть. Зато очень, ну вы видели сейчас странную команду? 12-й баг просто бросил Никса. Почему он его бросил? В чем прикол? Ой, мы между двух скаутов, нужно понимать это и действовать очень аккуратно. Крайне аккуратно надо действовать. Очень-очень-очень аккуратненько. Так, бахать нужно сейчас по всем прям. Не давать резать никого. От слова совсем, да, нужно прям по всем бахать. Так. Ну, я тут бахаю как бы, как могу. Но мы вряд ли своей командой сможем победить. Так, ну меня походу вынесут, я просто не вывожу это все. Ну да. Моя команда, конечно, была очень сильная. Ай, ну видели, они просто рассыпались. Ай, не, вообще не понимаю, где приоритеты брать, кого бить, кого не бить. Там просто акул залетал в них, и не все помирали. Ну, тут было очевидно, что мы проиграем, как бы, когда уже нас два склада начали окружать. Хоть там и один склад был не фуловый, у него было... Сколько? Ну, 4 максимум. Да, то есть мы могли спокойно затащить, но... Что получилось, то получилось. Мы в этом, как говорится, не можем тащить. В этом моменте, как бы играть за всю команду. Я, конечно, мог бы на запанде играть за всю команду, но не в этой ситуации, это уж точно. Ну что, получилось-то получилось. Там легендарный ботик у нас как раз сверху. А вот и он. Легендарный друг. Не фартит мне, как говорится, с легендарными дропами. Хотя там бы Никсу все равно залутали. Максимум, что они не смогли бы залутать, это копье. Ой, да тут целый клад, смотрите, золотая гранатка, и лук, и копье. Кайф. Вот это я люблю, когда такое насыпают. Еще бы легендарный мне дропщик какой-нибудь там, типа... Хотя панде особо легендарный дроп не нужен. А лук бы был неплох, но остальное, в принципе, не важно. Как бы копье особого буста не даст, лук как бы тоже не даст. Возможно, гранатка легендарная дала бы буст, но я сомневаюсь в этом. Панде вообще как бы особо легендарный дроп буст не дает. Ну, наверное, он как бы там, знаете, ну какие-нибудь 10% он дает. Это все-таки там не Никс, который получает просто какой-то огромный радиус, огромный урон и все такое, да, гранат условный. Плюс дробовики и все дела. Поэтому тащим тем, что есть. А легендарный дроп у одного из наших сокомандников, скорее всего, у кого-то из Никсов. Проблема в том, что у нас команда, видите, вот немножко разделилась там. Лев устал, судя по всему. Поэтому такие вот дела. Так, ну что, он начал шевелиться, хорошо. Пока что двигаемся вместе с Никсом. Плохо, что они сейчас входят, видите, в зону, где нету кустов, где лед, где неудобно целиться, где быстро перемещаются противники, все дела. В этом проблема заключается. Ну, лев у нас еще живой. В принципе, это хорошо. Более-менее, наверное. Ну, хотя бы что-нибудь да сделал. Какой-нибудь там стан жесткий закинет, и все. Я могу шотнуть половину команды своей гранаткой одной. Мы знаем, какая гранатка у панды. Она жесткая. Вот такая вот кидаешь ее. И она разрывается сразу в тройны, и как бы там двойной урон наносится, и это очень больно для наших противников. Так, ну, бахаем гранаткой сначала. Полуи бахнем, тут особо проблем с этим не будет. Ой, тяжело, конечно, целиться за панду, потому что откидывают постоянно. Ну, пока что бахаем, он, кстати, лев видели, застанил, а? Красавец, я говорю же, он жесткий. Надо его сейвить, чтобы он стан накидал. О, кстати, сейчас станем за текстуру и будем танчить. Да блин, видали, мышками просто засейвил своего союзника. Вот же жесткий, а.
Льва сейвим, потому что это полезно. У нас какой-то гений уже... Вот как он туда попал? Вот объясните мне. Там противников целая тьма, а он берет и лезет под них умирать. Гений, очевидно же, да? Ладно, одного убиваем. Одного гения убиваем. Там еще склад, кстати, к ним в спину пришел. Они сейчас уже не смогут себя спасать. Точнее, ну да, не смогут. Да блин. Фух, я похилился. Никсы тут залутаются кое-как. Мы льва реснем, он стана нам кидать будет. Лев полезный в этом плане. А, мы победили? Серьезно? Ага. Ну, что я могу сказать, как-то неожиданно. Очень неожиданно как-то победили. Неудобно была, конечно, драка. Что я могу сказать? Потому что они с двух сторон, как бы, я отталкивал сам себя. Мои союзники умирали, куда-то бежали, непонятно куда, особенно хамелеон. Ну, лев-то еще понятно, он там был хотя бы с нами. А вот остальные были очень странные. Ну, что есть, то есть. Как вы сами понимаете, как за панду очень тяжело играть. Нужно выбирать, чем ты будешь двигаться, чем будешь дамажить. В этот раз я дамажил и двигался всем, поэтому не очень получалось, но более-менее получилось. Так, ну тут особо ничего нет, а там дробовик только был. Так, ну лук залутает, у меня уже, в принципе, два дропа есть. Без копья как-то можно пережить, я думаю, будет. Одно радует, у панды смайлики прикольненькие вот такие вот есть. Как у черепашки, в принципе, вот мне кажется, у них смайлики прикольненькие. Куда они пошли? Ну вот, ладно, пойдем за баком. Две змеюки, офигеть. Офигеть, две змеюки просто. Жесть, и как это... Ну, смотрите, ну просто жесть, да? Никс там у нас умирает. Ну, как бы... Я не знаю, как мы еще будем драться. Очевидно, что мы не осилим это все. Хотя я тут как бы пандой могу хилиться. Но там змея как бы 12-я, вы понимаете, да? Вот видите, изи достреливает вообще на изи. Не парится. Так, ну я хилюсь. Можно на отступлении сыграть очень жестко и поубивать парочку. Но там жираф контролит. Все, с ним будет тяжело. А я как бы хилюсь, не спорю. Могу играть с автоатакой, можно, в принципе. Это неплохой вариант. Можно сейчас травить несколько складов вместе. Бак что-то пытается, надо бы ему помочь, наверное, вблизи прям самым. Я как бы пытаюсь это делать, но вы видите, как получается, не очень эффективно, на самом деле. По змеюку я шотнул, сейчас надо пойти спасти бака. И шотнуть жирафа сейчас. Блин, они слишком жидкие, жидкие противники, они слишком жесткие, точнее. Ну, бак там старается, я как бы пытаюсь что-то ему делать, помогать. Ну, слабо получается, сами понимаете. Я где... Там два склада залетают. А почему два склада-то? Ну. Жесть, ну и как мне резать бака? Вот я сел траву, а не смог резать. Блин, обидно. Так, ну бахаем пока что. Пока что норм. Более-менее, да? Золотая сейчас себе лут здесь хороший. Бак, конечно, умирает, подставляет меня постоянно. Ну, что могу поделать, ребятки? Ну, это же бак мой. Ну, и моя команда остальная, которой не было никогда. Ну, как бы драться 2 в 10, это очень сложно. Особенно, когда эти два склада разделились, мы как бы в центре остаемся, бак постоянно умирает. Ну, видели, бак был такой себе, на самом деле. Мог бы и тащить, но... Ну, у него не получалось, он как-то не смог, в общем. Может, скилла не хватило, может, лагало, мало ли что там происходит, да? Ну, а мы отправим следующий бой. Тяжело за панду играть, вы сами видите. Мало того, что команды, как говорится, дуб-дубом, да? Краби, конечно, попытка неплохая, да? Но еще и бои жесткие получаются. Не, вот серьезно, смотрите. Какой крабик, а? Верит в себя. Краб, который поверил в себя. Так это назовем. Этот бой. Ой, ладно. У нас тут гранатка хорошая есть. Две змеюки. Дона, блин, там сильные противники. Очень сильные. Они еще гранатку залутали хорошую. Обидно так-то. Не, они нас вынесут. Погнали лучше. Они нас, скорее всего, вынесут. Вряд ли они пойдут за нами, правда. Хотя могут и пойти, это же змейки. Но если кто-то быканет, мы затащим. Из этих ребят. Не знаю, правда, кого-то попадаю, нет? О, кого-то попал, отлично.
Нормально, сейчас бахнем, мы сейчас тут всех вынесем. Да, все получилось, у нас двух змей вынесли. Этого красавца резнули, Дону отогнали, все, молодцы. Джей, сейчас я там шотну, спокойно. Бахнем гранаткой. Блин, там первый никс у них, если что. Абузит, по-черному прям. Вот им этот абуз и боком вышел. Как говорится, это походу 10-я змея абузила через первого никса. Ё-моё, как они там поумирали, да ёп. Как же они тут поумирали-то? Кто их тут убивал, я даже не знаю. Ну чё они не слушают, так вот. Мы еще кого-то потеряли, кстати, обидно. Ой, как же они бесят, вот реально. Ну чё вот с этим акулом не так? Ну вот, ну почему нельзя играть командно? Это же так сложно, да? Ладно. Кому я вопросы задаю? Им что ли, да? Ой, типичные зубы, что тут ожидать? Низкий рейтинг сняла. Ожидать от них какой-то адекватной игры просто нельзя. А вот и противнички, кстати. Лев тут хилился, теперь у него хп вообще нету. Пока что будем за счет гранаты перемещаться и бахать луками, копнями, потому что дистанция слишком дальняя. У меня просто не получается тут бахать достойно. Никса сейчас бахнем хорошенько. Лев попытается сейчас меня ворваться. Удачи ему с этим. Ой, как неожиданно, лев умер. Как неожиданно. Вообще. Сама неожиданность у льва получается. Пингвин сейчас тоже умрет, скорее всего. Так, ну, аптечку главное залутать. Да блин, отстаньте. Не дают мне залутаться вообще. Я смогу. В бочку успел, отлично. Вот, а теперь пытаемся всех пошотать. Нет, сейчас будем отступать через копье, через этот. Я, правда, не знаю, сколько у меня аптечек. Ага, все, закончились, понял. Понял, принял. Не, я сейчас не успею, наверное, до куста дойти. Хотя нет, успеваю, в принципе. Гадские противники душат меня. Не дают затащить. Ну как я могу, там два пингвина. Там два пингвина, еще это Дона из ниоткуда просто. Вы заметили, они даже Дону не пытались атаковать. Ну а зачем, да? Стоит же себе, бьет меня, значит, союзник. Ой, как мне везет с командой. Вы это видите, в принципе. Я считаю это прекрасно. Давайте последнюю попытку. Блин, ну как же... Как же душно на панде играть. Вроде имба, но... Вот такое вот получается, да. Тяжело. Сочувствую пандам, всем, которые... На... И людям все, которые на них играют. Это как бы... Это печально. Очень печально. На самом деле. Но теперь у меня есть фламинго, кстати, который... Видите, без черного лебедя скина. Вот про это я и говорил. Они будут играть без черного лебедя, потому что его, ну, вроде как никак было достать. Я не помню, как я его сам достал. То ли мне повезло, я выбил его откуда-то, то ли еще что-то случилось. В общем, штука была какая-то рандомная. Чего они сюда по очереди заходят умирать? Не могли бы все зайти и умереть? Какие-то странные ребята в команде противника. Ну и хамелеон у них убежал, ясное дело. Он пытался что-то сделать, не получалось, потому что было больно. Очевидно. И поэтому он сбежал. Да, именно так. Но нам принесли хорошие артефакты. Два золотых. Это копье и гранатку. Еще бы звучок бы подогнали, было вообще прекрасно. Залезем в бочку и погнали. Стенку золотая. Зачем вам наша стенка? Блин. Мои сокоюзники. Ну, смотрите просто. Черепах, фламинго, волк, который пытается выйти. Это печально. Я не знаю, что будем делать. Как бы там противники есть. Нужно быть с ними аккуратней. Так, вот они там. Это два разных хамелеона, кстати. Один, который убегал тогда от нас, а другой... Вот, там еще и фламингос. А другой это с другого склада. Обидно, конечно, потерять 13-го фламинго в бою. Он был очень полезен для победы. Ну, хотя бы как кусочек мяса бы побегал. Ну, потанчил бы там. Аптечку там через укол адреналина поиспользовал бы. Условно, да? Хоть какая-нибудь польза была бы. Но, как вы видите, он очнулся! Наныл, получается? Наныл. Кайф. Это хорошо, что фламингос очнулся. Прям, я бы сказал, бы прекрасно. Теперь нам можно спокойно побеждать. Я думаю, там два склада нам не составят конкуренции вообще никакой. Хотя не фуловый. Хотя нет.
Один сквад фулов остался. И, возможно, мы уже с ним сейчас деремся. Так, ну я бахаю сейчас, видите, фламинго тащит. Как я и говорил, он действует, все правильно. Все по продуманному сценарию. Я пока что буду взрывать просто гранаткой тут все. Ну, фламинго, кстати, с канистергелей играет. Как говорится, полезная канистергелей, которая не позволяет резать своих союзников. Точнее, противников. Ну, противнику своих союзников. Вот так вот. Да, получилось. Не сразу, но я смог. Да. Ну, что ему сказать? Кенгуру уже на отчаянии тут врывался. Было видно. Жалко, конечно, кенгурусика. Он старался как мог, но команда его просто... Бах, и все. И нету команды у кенгурусика. Ну что, остались против нас какие-то противнички. Не туда я. Я что-то думал, он автоматом бахнет спину, короче, ладно. Нам сейчас нужно найти последнего противника, который... Хотя нет, не последнего. Их несколько. Их четверо. О-о-о. Мне надо идти играть вместе команда, потому что это ошибка сейчас будет, если я сейчас буду играть соло. Да, вот они, видите, уже лежат здесь. Трупиками. Никсика отпугнем, чтобы он не резнул. На всякий случай раз бахнем, мало ли сейчас он отойдет. Так. Ну, кстати, видите, Никс молодец. Успел даже резнуть своего сокомандника. Ну, правда, тут без вариантов. Он что резал, что не резал, как бы мы их убили все равно. Поэтому такие дела. Ну что, первый из четырех боев на... Или пяти, или трех. Значит, ну, минимум четыре. На Пандиоле, который закончился успешно. Вроде как, да? Ой, вот такие вот нынешние реалии. Рандома и Пандиоли. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.